Так, всем привет. И сейчас будет... Здаров. Откат. Откат. Поганый откат. Так, ну... Почему у тебя два чата? Скрестим пальцы на ногах. Почему у него два чата, у него один чат? Не видишь два? Где два? Два. Так. А, у него два контейнера. Один и вон, и другой наш. А, ну так там еще один это... Другой чат. Сейчас его чуть-чуть повыше уберу. Дуреми фэнтези. Да. Дуреми фэнтези, Милан Квест. Милан Квест. Да, и побольше чё... можно сделать тогда. Чё-то какая-то штука непонятная. Да. Ой, господи. Что? Что, господи? Настройки на стриме. Ну, чуть-чуть совсем. Так, косметически. Пацаны, это платформер, но... Да, от Hudson Soft. А, ну это не так плохо. Ну да, ладно, вот так будет котик сидеть. Не, нет, это же сиквел, это Майланс, мы этот кастл, который... Так, ну я тогда сейчас прерываю, чтобы скачать тогда, да? Да, это сиквел, короче. Сиквел? Майланс Секрет Кастл есть сиквел? Чтобы вырезать это там все дела, ну окей. Чё его вырезать? Уже и так понятно, что SNES. Да понятно, что SNES. Хотя Twitch Offline. Может быть даже не первый сиквел, Twitch Offline. Это Ромеро, это точно игра из той же самой серии, потому что тут тоже надо надувать пузыри и такой же чувачок. Охренеть. Так, сейчас вот она, я ее скачаю. Привет, Надя. Привет, Надя. Привет, Надя. Здрасте. Привет, Надя. Давайте все еще скажем по 5 раз. Привет, Надя! Привет, Надя. Привет, Надя. Надя, привет. Привет. Еще раз привет, Надя. Привет. Здравствуйте. Ой, Надя, привет. О, привет! Я закончил, но в углу котик, он читает газету. Я закончил до сегодня. Мне слишком жарко от этой игры стало. Это не играет. Ромарио, ты нифига не сменил Даш. Я не менял Даш. Почему ты не менял? А почему ты не менял? Я не говорю, что сейчас вот поменяю. Так. А зачем ты спрашивал? Я не спрашивал. Ладно, забей. Так. Сейчас я на минутку буквально отойду только и начнем. А ты будешь играть в моно или в стерео? Там, кстати, эта игра спрашивает в настройках. Лорд. Что? Так и 5 стримов за сегодня. Нормально, что... Не, я сейчас еще добавлю Мишу, короче, будет 6. Давай. Не, ну там не получится, потому что Dark Souls в 9 начинается, ну, только опять его сдвигать. Давай после Dark Souls. А Dark Souls уже будет завтра, когда кончится. Это да. Да, проблема. Получится. Так, а какая там игра к Барматунчику выпала? Про Дуреми. А как она пишется? Дуреми. Вот. Вот так, только буквы не забудь большие поставить. Окей, Ctrl-C. И да, она выходила только в Японии. Вот так это же забавно получается. Да, это игра, сиквел игры 98 года, Myland Secret Castle. Но у нее, кстати, фанатский перевод есть, я не знаю, зачем платформер он нужен, но он есть. Охренеть. Боже, его дёрок даёт. Да, только такой игры нету в Твиче. Нету. Ничего, переживёт. Придётся ставить «не играет». Не получится, она всё равно не поменяет. Пижама. Сейчас поставляю только глюк. Пижама. А вот такая там есть? Ну, давай такую. Играет. Играет. Вот, я... вот Фокс спрашивает, что Кики Саксона прошел? Ну или так. Нет, еще пока не прошел. Так, ну все, я тут. Загрузка картридж. Дорогой. Подожди, сейчас посмотрим. А у тебя флешкарик есть? У нас да, конечно, есть. Я же железки стримлю.
Так, ща. Ну, кстати. Видишь, ты скачаешь. Барбатуш, давай немного магии. Да, есть такая игра, все сменилось, нормально. Вот. Видишь стерео? Я буду играть стерео. Блин, вообще Борм от игры, это сиквел Майлз. О, смотри, тут это, есть кнопка пас, наверное, кнопка пройти игру сразу за один клик. Да, пропускай. Отлично, все, давайте следующую платформу. Ладно. Привет, Литлуа. Да, Борм. Во-первых, это игра сиквел, собственно, Майлз Секрет Каста, во-вторых, она выходила только в Японии, да. Только в Японии. Поэтому есть стерео. Мультик. Фу, анимешки. Боже. Нормально, анимешки. Чё сказал лорд. Да. Я давно не смотрел. С месяца 2-3. Пижама, кто так тебе учил пилить дашборд? Почему все с маленькой буквы? Ну, блин. Сейчас исправлюсь. Почему сейчас маленькая буква? Нормально. Нормально. Так, тут гроза началась, понятно. Гроза. Да. Доставай зонтик. Я достаю из широких штанин. Смотри, завидуй. Космократор. О, сисястый демон. Сисястый. Сиська демон? Похищает фию. Да. Тоже сиська. Лоли любит. Мертвый, да. Микрочат. Сейчас побольше его сделаем. Полностью больше, чем 3 сантиметра. Кот. Все, отписывается. Да, я теперь... Кот, да. Кот, блин, ладно, кота уберу сейчас. Кот, так... Я сверху твой говночат видно, да, теперь. Сейчас его уберу. Настройки на стриме, тебе 10 минут на что дали? Хватит, ну уже все нормально. Сойдет. Я ни хера не вижу, что там в чате написано. Ну, так можно текст просто больше сделать тогда. Там надо можно. Настроечки текста, да, можно подстроить. Так зашибись, думаю, будет видно. Настройки на стриме, да. Так, Майлон или Милан, я не знаю, как правильно произносить. Майлон. Помоги, что-то ужасное. Просто что-то ужасное. Не что-то ужасное случилось, а просто что-то ужасное. Что это все? Отец! Алису похитил ОМОН. Слушай, тот скинхед Мадонну похищает, то ОМОН Алису какую-то. Что? Мак ОМОН? Если она ее не спасти, кто знает, что может случиться? Я спасу Алису. И не важно, насколько сложно это будет. Да будет так. Это должно быть сделано. Погоди. Я скажу тебе пути, карту, короче, тебе объясню, как здесь передвигаться. Используй. А, понятно, так. Чтобы разбивать жесткие камни. А, нифига себе, он башкой так это делает. Ладно. Он кручмарил. Будь осторожен там, где сильный ветер. Ищи Тосу, он, может быть, поможет тебе. Ладно. Оставь все мне. Ладно, я сваливаю. Ну окей. Да ну вас, пацаны, я домой. О, тут еще и карта типа Марио. Окей. Все, игра. Чем эта игра похожа на Марио? Да. Карты. Чем эта игра похожа на Майлон? На тебе. Две жизни. Да. Ух ты. Чем эта игра похожа на Бабл-Бабл? Бабл-Бабл. Прекрати собирать. Прекрати собирать мелодии, на тебя копирайт. Ай, блин, я думал на них прыгать можно, слава богу, я не умер. Я думал на них можно прыгать, когда они в пузырике. Отскакивать, ебать. Ну да. Себя можно взять. О, у меня какой-то новый костюм. Щупер.
Да. Это ваншот, блин. Ты, кстати, там сзади уже пропустил нотку. Это уже напоминает тот самый случай. Хочешь ту нотку? Хочешь? Хочешь эту нотку? Иди нафиг, ты их не получишь. Большой Лебовский начался. Почему? Там боулинг. О, врум-врум! Космотрактор! Стоп, ты планировать можешь на этой херне? Планировать? На чем? На капюшоне. Нет. Пробовал, не получается. Гол! 1-0 в нашу пользу. Ура, я уровень прошел. Нифига себе. Надеюсь, все уровни будут такими же сложными. Просто я тут уже выжился по полной, короче. Может, ты устал, может, тебе перерыв? Да, я еще вернусь, ребята. Хорошая игра, говорит Фолк. Хорошая. Да. О! Злой пень, если ты на него встаешь. Злой пень. Попробуй прыгнуть на облако, да? Так. Слушай, а если их не брать, пузырики, ты можешь на них прыгать? Слушай, я боюсь это проверять. А да ладно, что у тебя жизни, что ли, нет? Две жизни. Ну я думаю, то, что их можно как-то копить, конечно. Сейчас попробуем. Ну давай, попробуем. А, можно, блин. Да, можно. Не пытка. Слушай, а мне тут хп есть. Ту мелодию можно взять тогда. Борн, хочешь, я тебя обрадую? Ну? В этой игре лонгплей 3 часа. Ура! Ну а что, нормально? Это дофига. Но у тебя есть пас. Да, у тебя есть пас. Да. Кстати, Борм, еще ты когда на них прыгаешь, да? Да. А если во время соприкосновения с ними ты будешь держать или нажимать кнопку прыжка, ты не подпрыгнешь выше, как в Марио? Нет, я попробовал, не получается. Фигня какая-то. Ты зеленый костюм одел. Теперь ты Линк. Да. Я пытаюсь понять, как мне туда спуститься. Там жизнь. А надо было, может, синий костюм. Или физика не работает, я понял. Да, типа это, если сверху. Нет, нифига. Нет. А если пень подвинуть? Пень подвинуть. Да, попробуй. Да не, нафиг. Да. Я уже дальше пошел. Это же жизнь. Твоя жизнь. Да. Без жизни. А потом ты такой доходишь до моста, и тебе говорят, тебе недостаточно мелодии, чтобы открыть мост. Мне так нравится это, как они все-таки злобно так смотрят на меня, когда я становлюсь на них. Фигли, ты на меня встал. А ты бы не так смотрел? Нет, я бы смотрел с радостью. То, что... И особенно, если бы на меня села девушка какая-нибудь. Но это же явно не девушка. Более того, это какой-то эльф. Ну да, он такой, я не люблю мальчиков. Который переодевается. Эльф, который переодевается на тебя сядет. Ой, господи. Блин! Нормально, сейчас все в порядке. Ты его раздавил. А, нет. Нет, в том-то и дело. Они живучие. Да, я прошел уровень. Ну, это крут. Да, вообще, хардкор. Зато у тебя опять синий костюм. Хардкорщина. Да. У Линка есть как зеленый, как синий, так и красный костюм. Ну? Чем эта игра похожа на Зельду? Не знаю. Продолжите. Потому что костюм эльфийский. Фух. Её Крей проходил, говорит, да. Эту игру? Да. Да разве? Да. Сука! Боишься бревен? Он упал. Упал в яму, поплыл в воздухе и опять свалился вниз. Ну, типа как Марио, выпрыгивающий. За камнем костюм. Ты забыл в камне костюм забрать вначале. А, черт. Насрать. Обратно нужно? Не, я уже ушел в тот момент, когда вы сказали. Нет, эти камни сломать. А эти камни сломать, да. А, не знаю. Я уже дальше пошел. Хочу пройти уровень этот. Борм, у тебя... Ветер, блядь! Аккуратнее же говорили тут в тех местах, где ветер. Но так не было его. Надеюсь, тут конты бесконечные. Всплыл и зажал нос, чтобы... Надеюсь, континью здесь бесконечные. Тут пасы есть. Ну, пас. Да. Пас на второй... Пас на третий уровень. Нет, тут, скорее всего, пасы в конце мира дают.
Ты разобьешь эти блоки или нет? Нет. Нет, он так и будет проходить их мимо. Они специально созданы для этого. Ну. А вдруг там жизнь? А вдруг нет? Я расстроюсь. Блин, ну ты жопа, блин, листик! Листик, ты жопа. О, опаздывай. 2196. Плей. 2196? Да. 2196 год. Да, Comic Sans. Нет, серьезно, Comic Sans на самом деле. Окей. Давай, Бор, назови. Ну, раз пасы дают, значит, по-любому бесконечная жизнь. Ну, ну да. Да ну. Дё! Ага. Все, Бор, можешь произносить эти четыре цифры и пропускать Белфорд. Слово пропуск же. Ну вообще, может быть, это паспорт. Какой паспорт? Серия номер. Paper, please. Бумагу, пожалуйста. В туалете, что ли, сосед попросил? Надя, Спаш, чего мне нравится игра? Да мне нравится все. Просто стебемся, да? Она игра прикольная. По виду она очень легкая. Вниз зай, да? Ай! Бревнышко, мать твою. Все, прошел я этот уровень, слава богу. Ты так напрягался. Да. Ты даже конт слил. Который бесконечный. Сейчас, секунду. Я уже второй раз захожу на настройки, чтобы включить картинки. Я просто первый раз забыл, что хотел картинки включить. Так, погнали дальше. Вот там, короче, дальше будет много ветра, я как смотрю. Ветрено, ветрено. Литл, это твое селфи, да? Смотрите на меня, на мне все написано, да, пишу? Смотрите на него и на меня. Правильно, я на коне. Ты эльф. Я эльф. В тележке. Просто жирный эльф. Просто жирный эльф. Не, жирный и эльф, это как несовместимо, мне кажется. Эльф, да блин, жирный. Смотри, внизу счет. Я бы... Да, я хочу вниз, блин. Ты мог бы это... Ты можешь вернуться, там же вниз путь был. Ты все на вагонетках вперед. Да, ну а сейчас посмотрим. Тут вот. Еще есть. Вон там лесенка, может по ней спуститься. Ну так я спускаюсь. Еще лесенка. А, тут тупик. Причем с обеих сторон. Там можно сломать стены. Да, может тут надо ломать стены. Да вот я вот... Как? Ну, видишь пружина? Видишь спринг? А, во, видишь? Вот это ты можешь пунуть, наверное. Ща, секунду. Зажмись, зажми, чтобы дунуть. Зажми, что? Толчок, чтобы открыться. Ой, повезло. Лучше уж жирный, чем сплошь. Способный взбираться по падающим камням. Сказал. Ой, космократор. Врум. Врум, врум, мазафака. О, у меня теперь это какие-то ботиночки. О, я могу теперь парить. Он так смотрит вниз, это, блин. Карамелька, для чего тебе не узнал? А? Конфетка тебе ничего. Конфетка нет, так и не понял пока что зачем. Может она это, что-нибудь делает? Может это лечилка? Может дунуть? Я думаю, может быть. Может дунуть, да, давай. Забивай. Забивай конфету. Да, давай курнем конфету. Фантик заверни вообще. В своем собственном соку будет, типа.
Так, а тут там гол, да, ну круто. А как мне пройти тут? Ну, разбить камни сверху очевидно же. Слушай, вот я скажу, здесь слишком реалистичный звук окружения для SNES. Меня это пугает немного. Совсем на Марио не похоже. Головой не разбиваются блоки. Че? Да блин, спускайся ты! Так, а дальше вроде нельзя. Ай, да блин, мать твою! Свой грозный вход. Грозный вход, да. Я не знаю, как эти блоки разбить. Сейчас посмотрю, может тут можно куда-то туда. О, вот, да, туда можно. Не, вот. О, жизнь! Вот. 4 жизни у меня уже. Вот, уже 4. Да, я. Где-то третью подобрал. Ну а я же еще это. 100 этих ноток накопил. А, 100 ноток. 100 ноток. 100 ноток эльфа. Новая книжка такая. Что за картинка? Толчок, чтобы открыть. Чрезвычайное использование только. Я могу как-нибудь вверх стрелять, может. А может тебе надо отскочить? Может тебе не надо было этого, да, птицу? Чего не надо было? Отскочить. На птицу, короче, надо было прыгнуть. А, ща, можно ее респавнить. Респавн. Тут респавн врагов. Как в Мегамене. Да. Так, и что мне с ней сделать? Отскочить от нее на голову иметь в виду? Прыгнуть на нее и на голову. А мне тут это расстояние не позволяет. Я попробую. Ты попробуй, у тебя еще удар же есть. Я попробовал. Даже парением этим. Понятно. Пью. Отпадает. Да. Это отпадает. А может тебе надо на шифты нажать там что-то? Да я на шифтах вот попробовал, ни хрена на них нету. X, Y, Z. Не... Ну, пробуй другие, да, комбинации. Может, что-нибудь найдешь. А заодно узнаешь, что делает от конфеты. Да. Зачем столько кнопок на геймпаде? Не просто же так. Ну, как видно, просто так. Всего А и Б. Ну, сейчас используется, да, у меня только А и Б. А и Б сидели на трубе. Нерациональное использование кнопок на джойстике. На геймпаде. На геймпаде. Джойстик. Джойстик на Коммодоре у тебя будет. Джойстик. Какой бить надо? Джойстик. Давай PvP в Dark Souls. Пижама. Короче, джойстик у тебя будет на Амстраде, Спектроме, Коммодоре и Амиге. Джойстик. А на ДОСе? А на ТОСе можно и геймпад было сделать, да? У меня вот в моем файтинге был джойстик. Палка удовольствия на самоодуре. Блин, селект что делает? Выход из Амеркальщи. Селект — это выход с уровня, что ли? Ну-ка, я тут хотя бы тут продолжу. Ну, конечно же, нет. А старт что делает? Охренеть! Так, ну-ка. Балунгам спасает... А, жвачка, короче, спасает меня от падения. Флаффишус. Вот, флаффишус, это вот мне, чтобы парить. Мультишот буст. You can open the door. Bubble power, suit power у тебя еще есть. Флейта. Наверняка приносит другой мир. Не, она мне позволяет некоторые блоки двигать. Аккордеон? Баян, да. Под водой. Почему-то аккордеон дает способность плавать под водой. Смотри, тут даже окарина есть. Да. Окарина оф тайм. Все, чем эта игра похожа на Зельду? Там нифига чем. Слушай, а тут нету ничего такого, чтобы оно это... Значит, тебе надо найти флейту. Зачем мне флейта? Чтобы двигать некоторые блоки. Да, кстати, верхние те самые. Окей. Зато могу нафармить жизни здесь себе, кстати, на этом уровне. Да, ты можешь ходить по тем путям, по которым не ходил. Видишь, птица внизу? Да, я вот внизу хочу пройти сейчас. Значит, там внизу что-то было. Ну да. Типа исследование уровня обязательно в игре. Да,
Надо использовать все в этой игре. Да, мод 7 побольше. Почему сразу мод 7-то? Это же SNES. Ой, я нашел анал, ну пещеру, то есть. Я вошел в нее. Мини-игра открылась. Борн. Причем, почему это же эксклюзив Супер Фомиком. А, ну да. Так, стреляй в игрушечных птиц до того, как они прилетят. Нажимай B, чтобы стрелять. Окей. Ну. Ты, может, нажмешь B, да? Ну, я нажал, и она у меня зависла. Это эмулятор, видимо, завис у тебя. Да нет, эмулятор работает. Причем музыка идет до сих пор. Нормально все, звук. Что за черт? Надо было нажимать вниз. Да. Где ты пароль помнишь? 2196, кажется. Да, 2196 год. Почему 2196? Ух, господи, что это? Спрайты поплыли. Глюки. Не, это просто это релиз, перевод, короче, это. Хакс просто перевод, короче. Хаксон софт. Да, Хаксон. Хак. Чё? Вронг. Я же. А какой пароль был? А может это был пароль как раз на первый мир? Не, ну я же это. Нет, я так не играю. Да ладно, тут уровни проходятся за 2 минуты. А, блин. Какого хрена? Ну, я же прошел уже. Может, кто-нибудь запомнил там пароль, и он реально так, я правильно его запомнил, да? Ну, вроде. Ты курсор убери, симулятор. Да ща уберу, я просто возмущаюсь. Окей, погнали. Курсор на стриме. Да вообще... Мышь на стриме. Мы, какая стрим. Мышь? Игра на стриме. Чат в стриме. В жопу игру стримим курсор. Да. Знаете, еще это, в винде надо добавить, чтобы след от мыши был. А, да? Это было бы круто. Я токен. И вот опять ты вон ту ноту не взял. Ну а я не знаю, как ее взять сейчас. Так ты должен на него прыгнуть. Да, вот так на него, да, а не в пузырик. А-а-а. Ну и ты ладно. Ты можешь вернуться и повторить до готовности. Нет. Видишь? Ну ладно. Да, он хочет пройти уровни так же, как в первый раз, ага. Все как в первый раз. Да. Да не, вернусь. Как же таймера нет. Ты же художник, должен развиваться. Кто, я? Нет, Борн. Так, сначала Борн. Вот так делать. Эй, бля! Но я ведь тоже развиваюсь. Ты ай. Растешь? Ладно, сейчас ну, еще мне раз. Мне еще 25 нету, так что вроде как можно сказать да. На нем можно было стоять, наверное. Да, ты же мог на нем стоять. Да, все, я сделал. Я сделал! Just do it, я сделать. Да. Ничего не знаю, да? Но там мое имя. Ничего там нет. Слушай, а эта штука была не в одну мелодию, а в 10, по-моему. Ну, кажется, да. Ну, там же целая... Ай, да блин, ну жопа ты. Да. Там целая октава, да? Да, я как бы не разбираюсь в нотной грамоте. Я тоже не разбираюсь. Я как будто... Я единственное, что там знаю, скрипичный ключ. Че, не можешь отличить скрипичный ключ от разводного? Ну да, разводным разводят. На бабки. Да. Господи. А, так понятно, я туда не пройду пока что, потому что у меня нету. У тебя аккордеон. Да, я не могу без аккордеона плавать. Прикинь, вот в реальной жизни так, тебе нужно аккордеон, короче, носить при себе, чтобы нырять мог. На шее? Да. Синдром Иисуса. Что?
Синдром Иисуса, когда ты не можешь нырять. А, ну да. Я как-то играл в Morrowind, да, и возле стартовой локации под водой нашел аж целую пещеру. Оу. Ну, ты хорош, потому что когда я начинал играть в Morrowind, я болел, мне было не до этого. Больше я не мог играть в Morrowind. Мне плохо становилось, когда я ее видел. А, понятно. Причем в прямом смысле, мне реально хреново становилось. По-моему, до сих пор еще резонанс не прошел. Я еще какой-то пауэрап нашел. Я такой задыхаюсь и вижу под водой как дверь под водой. Я ее нажимаю пробег, я вхожу в нее, а там тоже все водой заполнено. Ну ты победитель по жизни. Только ТГМ там не действует. Чему? Ну в Morrowind не ТГМ. Нет, везде ТГМ. Ну там как-то по-хитрому оно вводилось. Нет, ТГМ. Нет, там не просто ТГМ. ТГМ. Везде ТГМ. Что в Фэллауте, что в Скайриме, что в Обливионе, что в Моровинде. Везде ТГМ. Пароль на бессмертие. Ну да. Тоггель год моды. Форм, у тебя теперь аж целых 4 бонуса назад в прошлое. Да, да, вот. Ты еще можешь передумать и вернуться на спектр. Я не помню, какая там игра, кстати, у меня название это уже забыл. Не, ну ты можешь... А, там у нас все записывается. Да я знаю, что записано, просто... Ну ты можешь вернуться на спектрум и откатиться. Да! А, круто. Я рад. Такой перевыбор на Нессе. На Нессе. Не, ну не. Игра-то нормальная. Вообще... Борн, если ты таким образом это потратишь 4, короче, откатись со спектрума на SNES, используя назад прошлое, и получи 3 раза и получи 4-й в подарок. Конфета не дает упасть. Мы помним это. А что за пауэрап с двумя пабликами? Пабликами? Бабликами. Ну, и пузырьками. И вправду ТГМ. Ладно. Не надо, я играл с ТГМами. Читер! Позор тебе. Выгнать с УГЦ. Ну, блин, я что-то в УГЦ играл с ТГМами, не надо. Ну, у кого-то это было бесполезно, а у кого-то 500 дней, да? Да. До сих пор висит. Что у тебя до сих пор висит? Не у меня. А, окей. А у кого висит? У меня не висит. И я прошел уровень. И я изделие. Зачем? Азазаза. Да. Спать, наверное, больно. Лорд. Так, мы вернулись в этот дурацкий уровень. Да, неприятно. Если у тебя не висит. Так, у меня вопрос. Могу ли я сделать сейстейт около этого сраного входа на бонус уровень? Нет. Нет? Хотя нет, на самом деле, если и от вылета, то можешь. Ну просто технически это сейстейт. Можешь. Слоу. Что? Я им Россию поднимаю. С колен или на колени? А ты как думаешь? А где тут сейф-стейт в этом? А вот сейф, вик-стейт. Тихо-тихо-тихо. Там херак, и у него эмулятор вылетел от сейва. Так, ну, попытка номер 2 попробовать этот бонус уровень. Ну, я сначала вниз нажму, окей. Так, мини-игра. Ну, зачем на себя колпак? Она реально виснет на бонус уровне. Играй в Япон. Ну, придется, походу. Ты, кстати, можешь, знаешь, еще попробовать подгрузить этот сейф к японке. Ну это да. Ну это сомнительно. Не знаю, я когда в Moon Crystal играл, вполне себе менялся между японкой и переведенной версией сейф-стейт. Ну, там просто когда... У меня был сейф-стейт, когда написано continue и выход. Когда ты нажимаешь continue, она меняла банк памяти и все. Она дальше работала нормально. Кстати, смешно, что конструкции к
переводом в Паралин, только к ней написано о том, что ID предмета можно узнать, если курсором тыкнуть по предмету. Можно, но это практически не срабатывает. Всегда срабатывает. Не знаю, я пробовал, у меня не получалось. Ну, ты же английский не знаешь. Черт. У меня везде и вот написано. Я сначала не понимал, что это, правда, ну да ладно. Ты же без этого не можешь, например, open door сделать. Open door? Есть там такой. Я не помню, как он водится. Я им ни разу не пользовался. Я как-то пробовал, короче, close door на 100 делать, в общем. И с отмычкой тренировался. Вон, Дэн возмущается. Чем? Сейчас посмотри. Аниме. Жам, это очень аниме. Блин, это когда было-то? Ну знаешь, один раз. Три или два года назад. А, Пижам, так это ты, что ли? Нет, блин. Пижам у нас вообще такой, он молодец. Он вот дубинка греть может. Да, у меня есть дубинка и целый бокен. Ты поэтому, он может дать пизды. Нет, целых три бокена. Не, он это... не хочет запускать у меня. Тут, короче, стоит тот. А, ладно. Придется играть на эльфийском. Да. Да блин, вообще. Сколько у меня времени еще есть на эту вся? До 9 еще времени много. Ну, часик. Целый час. Охренительно. Да. Ты не узнаешь, что что-то случилось. Так. Ну, вообще как? Ты можешь, если ты устал, можешь сказать слово, чтобы он стримил Мишу Джексона. Не устал я, к тому, что наоборот времени мало. Но мне не работает сейчас. Кстати, я совсем забыл. Ну мы почитаем, наверное. Не, нельзя. Ну ё-моё. Монслик. Чё, кто за Монслик? Кто Монслик? Я Монслик. Монспик. Будет забавно, если это баг игры, короче, окажется. Дэн, хочешь, я тебе скажу, эта фотка делалась после армии. Оу, армия тебя испортила. Забыл. Там все изменилось. Ты там встретил группу агрессивных анимешников? Опять ты не взял. Опять ты не взял это. Все взял я. Фу. Да ладно. Просто это было давно и неправда все. Да ладно тебе, Дэн. Чё, я вообще не вижу анимешки с этой фотки. А я знаю, я разбираюсь в этом дерьме. I know that shit. Согласен, просто чувак, как катана такая. Даже не катана, не знаю. No damage. Это бокен. Он же деревянный. Это деревянный бокен. Мой любимый. Дэн, ты мало знаешь об армии, на самом деле там катаются на каруселях, как в Вьетнаме. И смотрят аниме, да? На каруселях. На карусели, да? Да, и там тоже катаются на каруселях в парке развлечений. Может, с моего ВКонтакта, может, из Гугла, я откуда знаю? Не знаю. Скорее всего, из Гугла. Что, Фолкнер узнал в нем своего давнего соперника? Соперника? Это даже не косплей. Я вижу, что это косплей. Просто чувак. У тебя есть косплей? Это просто бакен. Борт, а ты можешь вернуться вверх по твоей горе сзади? Не, просто. Я уже, может быть, далеко оттуда. Да нет, недалеко, ты можешь вернуться. Мне интересно, сможешь ли ты залезть на гору? Сам. Вернись назад. Да я иду. Пока еще не поздно. Погнали в Чёрный город. Короче, вернись сначала уровня. Вот это еще хочу сказать. Блин, ну отличное предложение. Отличное предложение, но мне интересно. Да, ну я... Ну, и... Чё, и в самое начало? Ну, я в самом начале. Вот, а если вниз прыгнуть? Ну и... А, здесь вода. Блин, ну ты... Это было надо говорить на следующем уровне. Короче, видишь, что там вот под этой водой внизу, вот, короче, пещера находится. Тебе нужно это.
Тебе аккордеон нужен. Ну да, это еще и... При... Ну, короче, вы же говорили это. Слышь, Дэн, вот не надо, а? Чего? Ну, ты случайно написал, посмотри, что тебе написал. Там просто Фолк написал: Дэн, они все тренят, пидорни их. И Дэн написал: тихо-тихо, пидорки шепчутся. Господи. Ай, господи. Обидно. Все, обидно. Обидно? Не настраивайтесь. Не воспринимай на свой счет. Не видать вам больше моего бучего хера. Что? У меня свой есть. Господи. Ой. Господи, Disgusting Man закидали рекламы в стиме. Кого-кого? Все, я понял, что мне напоминает атмосфера этого уровня из-за звуков и музыки, так сказать. Это Black and White 2. Там примерно такая же музыка. Я думал, этот Castle of Illusion с Микки Маусом. А, нет. Там тоже ты не слышишь были. Звуки просто, которые я там слышу. Ты не слышал, что я слышал. Я слышал некоторое дерьмо. Дэн говорит, что его бычий хер каноничен. Все остальные позеры вонючие. Каноничен? Да. Канон не канон. В предыдущей серии такого хера не было. В оригинальном, да? Да. В оригинале 95-го года. Что, собирали на южном склоне в Австрии? Что вы делаете? Я играю. Игра сводит меня с ума. Вот моя игра меня с ума сводит, а это чё? Да она, я уже третий раз начинаю, вот что. Бурн, посмотри на пижаму, он прошел шмап с драконом, он выпал шмап с самолетиком. Что в изометрии? Я послал сюда. От шмапа с драконом до шмапа в изометрии, блин. Да, это как в цивилизации 200 ходов. Ну давай, Бурн, зайди в ту пещерку. Сейчас зайду в ту пещерку, что еще делать? Пижама, ты ближешься к научной победе. К научной? Это как? Ну, в цивилизации же. А, цивилизация. Ну там, научная победа в Циви построить так, космический корабль. А, блин, тут все на японском теперь охуеть. Ага. Да, я забыл. Ну да. Так. На всякий случай я попробую еще раз это... Нет, Дэн, я как не очень хочу. Я засейвился еще раз на квикст. Ну попробуем, короче, я хуй знает, получится или нет. Сейчас бац, и она завис. Нет. Нет. Черт возьми. О, значит, используй Б, чтобы пил. Да, чтобы пил. 10. Чего-то там. 13 что-то там. 20 что-то очков, там. Очков, я думаю. Борн, а можно базукой стрелять? Да, с нинтендоскопом этим, что ли? Да. Фак. Эс. Слово, блять, разила утку на попу. Так, ну я 61 очко накопил. И чё это за бонус? Зеленые трусы, я Луиджи. Косплей Луиджи мне дали. Ой, господи. Короче, это было бессмысленно, я скажу. Да, теперь можно вернуться, короче, в американку. Да, конечно, можно. Нет, ни хрена нельзя. Здесь уже столько достижений, что? Да. Я здесь на дамаг прохожу, блин. Я прохожу как Фолкнер в оригинале. О! И свой пацаны сюжет сейчас еще придумал. Литл Уа говорит, что пацаны жарко. О, ты взял щит. Дерьмо взял. Ой, блядь! Фу! Ай, сука! Слушай, я предлагаю на УГЦ ачивку в честь Фолкнера назвать. У меня же жвачка была. Ачивка Фолкнер. Прохожу игры только в оригинале. Да. Ага. Просил угасения, не используя фанатских переводов. Да-да-да-да-да. Не понял смысл этого щита.
Он неуязвимый сдал просто и все. Ну а что он должен был дать? Ну не знаю, суперсилу какую-нибудь. А что ты не взял те нотки? Вот такой вот я не музыкант, блин. Я отойду, он же художник, зачем ему ноты? Зачем ему шрифты, да? Бля! Вспомнил, блин, про шрифты. Че за тишина резкая? У меня что, скайп отвалился, что ли? А там конфа улетела. Это ненадолго и пропал. Ага, что так ненадолго отошел, да? Так, продолжаем. Продолжаем наше шоу. Show must go! Вон там Little Wap представляет озвучку этого героя. О, блядь! Сука, именно. Как я вроде фанатские переводы не использовал, всего лишь неуязвимость. Фу, я думал, что-то полезное будет, говорит Дэн. Хрен тебе по деревне. Ты думал, блоки тоже из-за того, что у тебя английский перевод не двигается? Да. Я надеялся на это. Но я же наивен. Что-то в переводе напутали и залезли в код программы, да? Я, кажется, понял, куда мне идти. Ядрить, колотить. Тут еще одна пещера, я сейчас в нее войду. Значит, здесь все-таки флейта. Наверное. Я сначала наверх залезу, а потом буду ломать эти блоки. О, мне 5 жизней уже, ну ни хрена ж себе. Жизни так и фармятся. Да вообще. Не забудь сломать блоки, чтобы больше не падеть, не залезть наверх. О, ура, еще жвачка. Еще одна конфетка. Жвачка, а не просто в такой упаковке. А это же бубльгум. Да. Нас и здесь хозяин привез. И ни хрена нету, тут флейт. С моей Борн, тебе за костюм теперь дают по 10 ноток. Да круто, потому что у меня самый крутой костюм, я модный парень. Модный. Зеленый, да ну в жопу зеленый, розовый лучше. В жопу зеленый. Да нет, я попал, да. Чел, когда падал, а? В жопу зеленый, я почему-то представил, как вот делают клизму из зеленки. Так. Буду пробовать тогда эту птицу сейчас на зубок как-то, что ли, брать. Пи-п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 и
А ни хрена, все равно, короче, это... Я даже так смог сделать, но все равно. Фигня какая-то. И как? Ну, и как? Может, там, может, может, какой-нибудь пауэрап можно выбрать в активное пользование? Активное пользование. А может, можно спуститься еще ниже? На самое днище. Куда же еще ниже-то? Я попробую. На NES. А, ты про это? Так, вот туда бы как-нибудь пробраться. Акустик, сука! Акустик? Акустик, мудак, просто. Грустный художник. Грустное, блин, ебало. Акустик саунд систем. Акустик саунд систем. Литлуа пишет. Борм так... Да нет, это Борм так кричал, когда падал. Да, это ты так кричал, когда падал. Да, когда падал, он просто... Дно! Дно! Пират Карибского... Борм. Что лучше, вот это или Бабси? Это? Ты чё, сравнил жопу с пальцем? Но ведь Бабси же... Бабси говно. Но ведь правильно. Есть у меня один знакомый по имени Ебанько, который этого кота бы. Кота чего? Кота чего, блин, молнии и огня и святого уха, блин.
Я думал, то, что я смогу с этим с этой неуязвимостью добежать до двери той как-нибудь, но нет. Так, надо думать, чё? Надо думать. Надо думать, думать, надо, да. Надо всегда. Мы же не животные, чтобы не думать. Блин. Но ведь в Бабсе можно умереть от всего. В Бабсе тут говно. Посмотри, может, можно использовать какие-нибудь эти, как его, пауэрапы, которые вот там, у тебя же какой-то пауэрап есть. А может, тут можно пройти сквозь стену? Ага, а может, надо какой-нибудь кирпич ударить? Вот где ты брал вон тот вот четвертый пауэрап? Я не брал его. А где ты его в прошлый? Ты же в прошлый раз в американке взял его. А, ну блин, фиг знать, не помню, где ты взял. Но он как не повлиял ни на что. Я имею в виду, здесь я не прошел-то даже с ним. Это на чё этом за... влияет на чё шарики. Че за... за хрень? Ну вот такая вот хрень. Японская. Будем думать. Хуримэ какая-то. Да, хуримейкер. Бам-бам-бам. Прищурь да, глаза, и тебе сразу ответ увидится. И японцы же. А, господи. Блин, стой, нет, говно, жопа! Ладно, полетели. Потратил еще одну. Еще один бубль-гум. Джинджер хэппнес. Да ладно, о, нормальный привет. Такой платформер. Шо ты? А что такое? Нормальный такой Samsung, чё вы? Ну, не, платформер нормальный, но, блин. Я не могу понять, что мне делать. Не. Just do it. Да, просто do it, ты прав. Да, я тебе говорю, надо или прищуриться, или думать. Скорее всего, второе. Да, давай дунем. Чур ты проставляешься. Не, у нас же нельзя. Вот у вас, наверное, можно. Где у нас? Там, где ты, да? А, вот, я нашел вот пауэрап. Ну и толку с него, сейчас посмотрим. Стоп, я вернулся, а здесь тебя... никого нет? Чё это, нет, никого нет? Чё это, никого нет? Ты долбался, ты конфу держал. Да. Ты ушел, ты отключил конфу. Простите меня, грех. О, ой-ой-ой! Что это? Что это? Уложись, граната. Ну-ка, сейчас этим попробую. Он вверх так стреляет тогда. А это идея. Это чардж, короче. Чардж? Чардж. А мне показалось, это рейдж. Не, это чардж. Ну, он, короче, да, у него бомбануло, и в итоге мы пройдем сейчас. Это сила ай, блять, да, сука, да? Да. У вас в Одинцово, да, у нас в Одинцово можно. У нас есть один дом 99-й, там наркоманы живут, им все можно. Наркоманы, не мощь? Да. А ты еще дома, что ли? Нет, сейчас. На улице. Или тебя выгнали? Ей! Вот оно как проходится. Наконец-то. Да. Бомбанул, так бомбанул, знатно бомбанул. О, господи, хорошо. А ты сломай вот эти три, да. Идем дальше. Там ветер. Что мне свет? Что мне снег, что мне зной? Сила подхёрта. Я испугался листиков и пригнулся. Ай! Блин, кустик. Ты, блин, так ложишься, как будто сейчас бомбанет. А да блин, ну ты... Ладно, хороший ты, красивый, милый. Ой, Зевс ультует. К слову о доте. Ну. Ай, шипы! Зевс, прекрати, да? Да. Блин, он... Ветром подснесло. Жопу эти ноты. Зимнюю не поставил, видишь? Ой, зимняя резина. Ну да, резиновые трусы такие. Резиновые трусы, что?
Бунтус. Фу, я прошел уровень даже. Вах! Что вах? Вах какой! Так, там черный чувак какой-то. Он похож на. Ну, как будто из Майнкрафта. Квадратный чувак. О, мультик, но я не могу ничего вам прочитать. Ну какой-то пианист, короче. Афро-чувак. Я тебе говорю, квадратный черный чувак. А, он мне про предметы рассказывает, про баяны там и так далее. Да, аккордеон. Ты как узнал, по иероглифам, что ли? Нет, по картинке. По картинке. Давай. Японский выучишь. Блорм прошел Дорами Фэнтези, порвал два аккордеона. Там обычный черный Макуджин, говорит Фолкнер. Обычный черный Макуджин. Макуджин. Макуджин? Макуджин. Макуджин. Ой, ки... забавно. Грамотей. Че? Грамотей. Не, грамотей так. Что ты делаешь с дятлом? Заставляю его клевать. Ты заставляешь его долбить. Долбить кокс. Долбится, долбит нормально. О, так, Пиноккио. Понятно. Ой! А, он платформа. А, он платформа? Да, все нормально, он платформа всего лишь. У него тут много братьев-близнецов. Ты пропустил место, куда можно зайти. Ой, блин, сейчас там такая прелесть бегать просто. Сейчас, блин, случайно на паузу нажал. Ну, не на паузу, а я вышел. Хи-хи, какая прелесть. Ну, я видел. Пути-пути. Такой, я тебя порубаю, такая. Нате, пузырем мыли. Да. В нос. Так, а если попробовать рейджануть около такой штуки, нет? Ту-ту, нет. Нет, тебе надо вот это вот, топорищу послать. Топориный пуг. Что такое, что я не сделал с топорищем? Куроджин. Куродин. Куродин. Так, ща вот туды хочу. Тудой тебе надо. Тебе надо тудой. Так балансирует еще. Так, здесь я трусняк нашел новый себе, но. Новые трусы, да. Да. А то старые надо выкидывать уже. Да. Окей, идем обратно наверх тогда. Я там вроде больше никуда не мог зайти. Она права. А то ты все налево-то налево ходишь. Ну, направо. Да. Я имел в виду то, что внизу больше некуда идти. Бедный дятел. Ой-ой-ой, что происходит? Нажал кнопку. Да. Нажми что-то случилось. Кнопку. Что-то случилось. Жми что-то кнопку, пошло не Макс. Так. Что-то пошло не так. Ну посмотрим, может наоборот я двери открыл, которые были заперты как раз. Something terrible, да? Something terrible. Просто что-то ужасное. Вначале вот отлично перевели. Ginger Happiness спрашивает, Бором, тебе любая розовая хрень с топором миляет? Да, особенно Харли Квинн, хотя... Ну, она в другом смысле розовая, правда. Конечно, она склоняется к Джокеру, но я считаю то, что ей пора это ядовитые плющи, идите все в задницу. Ип. Кнопка. Да. И пупап. Бум-бум-бум. Опять something terrible. Something happened. Обязательно надо, когда нажал на кнопку, так дынь-дынь-дынь. Ну, там землетрясение происходит просто. Вернись назад. Чего? Иди в жопу, не пойду туда. Там были блоки, может, там ты новые трусы бы нашел. Мне так зачем ему новые трусы? Ну, там были блоки, может там еще что-нибудь было. Например, еще один поверап. Все, не хочу. Если что, вернусь. Тут все равно перепроходить уровни надо. Зачем? Ну, как бы... Потому что я не мог там это без якоря своего же там это опуститься на дно. Аккордеон. Без аккордеона на шее ты не можешь. Не мог под воду. Без аккордеона вообще не вариант. Жизнь не та вообще без него. Скучно. Я вот не представляю, как вы живете без него. Харли с молотком обычно рисует, а не с топором. Бог, у меня есть.
Так, походу нужно... Это под кроватью валяется, могу достать. Это ключ. Где детонатор? Я тебе говорю, где детонатор? Ты не мог отдать его человеку из толпы. Ах ты куклёныш. Я все равно могу его заставить клевать. Долбить. Клом, пила... А, я в начало... Короче, в начало, да, вернулся. Я просто ключ нужно искать. Я так чувствую, то, что он все-таки в тех блоках был, ей надо было слушаться. Бедная кукушка. Бедный волчок. Волчок. Волк бедный был в это, в Power Pix of Dark Age, в халате был. Короче, Борм, когда ты в следующий раз нажмешь на кнопку, тебе обязательно должна появляться вот такая табличка. Табличка? А, ну, господи, Санта Хэппот! Боже! Windows передвинул мышку, так нужно перезагрузить компьютер, чтобы изменения вошли в силу. Суровый Windows 95, там, кажется, это было так. Ну, или в русской версии там написано, что-то случилось. С тебя теперь 50-страничный фанфик про Харви и Айви. Блин, черт. Я же не умею писать, я же хрень всякую напишу. О, змея. У меня теперь змея. А, это ключ. Это ключ. Это похоже на улыбающуюся змейку. Но она же не показывает язык. Ну и что? Ну, и чё? А ты когда улыбаешься, всегда язык показываешь. А вдруг? Улыбнитесь для фотографии. Ну, вон, видишь, Космократер так и сказал. Я так и сказал, фанфик равно хрень. Инь-янь хрень. Бор, не умеешь писать фанфики? Ты же художник, нарисуй. Слушай, если я нарисую, то это уже будет хентай. А фанфик... А я не могу позволить, чтобы на мое детище дрочили. Приделать цензуру, я не знаю. Приделать цензуру. Так расцензурят умельцы-фотошоперы. Кто-нибудь, да, кто-нибудь вызовет фотошоп-мастера. Конечно. Выложит в группу и скажет такие, ой, давай, ваяй. Ваяй. Ваяй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ваяй-яй-яй-яй. А ты скромно нарисуй с романтикой. А, ну не, ну так можно. Ну да. Ну, мы идем к чёрному. Же... Он еще к тому же пишет, что... Ну тогда будут уже не на твое же дрочить-то. Да. Ай! А почему он не черный? Потому что... Он же черный. Ой, господи! Макуджин. Что он делает? Макудин. Тоже мне японцы. Все мы знаем японский. Коничива. Аригато. Маташива. О, бомбануло. Он тебе дал птичку, а ты ее взорвал. Суши, да, он, оригами. Все, я победил его, и тут какой-то ролик. Не, Хонда это... Я разобрал! О, флейта! Слушай, я понял, что флейта это, короче, ну ладно. Фига себе шишка. Мазда. Ну вы поняли, откуда он флейту взял у этого Макуджина. Откуда? С носа. Первый не пройдет. Видимо, с носа ты взял, он взял у него флейт. Лучше благодарность поварихе схавать все, что приготовил, а лучше подарок какому-нибудь художнику вот Дадзинси, да. О, ура! Хавка! Теперь ты в мире хавки. Да. Угу. Ну, правит какая-то жирная тетя, похоже. Ну, сейчас, видишь, по это, помню, заговорил про повариху.
Сыграй на флите ему Джина. Да. О, и тут это, доктор Вайт или как там у вас? Вайли. Вайли! Понятно, мы играем за Мегамена, когда он горничный еще был. О, Бомбермен! Так, слушай, проблема, мне тут выбор. Красный, белый или черный? Ну, похоже, да, потому что вот там это, только один иероглиф изменен. Я хочу белого. Иероглифы одинаковые. Это, а, это доктор Павлов. Не, ну блин, я черного взял, вот так и знал, блин. Ты выбрал темную сторону. Я Эмма Бомбермена взял, видишь, он этого розово-черный. Только ты думаешь, что это хорошая идея бомбить здесь так? Морганиверс какую-то и эту прислал. Яр-яр Дейз. Яр-яр Дейз. Яр-яр пиратом, чтобы его легче произносить. Арар. Это яр. Якорь мне в анус. Бомбермен там бомбанул. Да. Осторожней с желаниями. Блин, тут это, музыка немного похожа на это. Чуть не сказал церковную, блин, это из цирка. Циркачевскую. Да, я дико ненавижу музыку из цирка. Вот это Ожидался я супер ноту подобрал какую-то. А, ну да, пижама-то игрок не прошел. Пижама пройдет, то ему выпадет. Это же Майлон! Да-да-да. Привет, Крей. Это же Майлон, здравствуйте все! Ох же Крей! Он мне целых два стрима мозги ебал. Теперь мне. Теперь тебе. Ну, почему у тебя тогда в таблице не написано, что в него... А кооп же! Он в коопе выпадал. А-а-а-а-а-а! Вот. Я его прошел, 7 миров. 7 миров, я во втором. Ну, он первые три вообще на раз проходится. Потом надо боссом паттерн искать. Окей, найдем. Вот. Тут даже Mode 7 есть. Ну и еще бы, мы уже говорили, это игра эксклюзив. Здесь по-любому должен быть Mode 7. Есть. В целом одном месте есть, насколько я знаю. В одном месте. Да, в целом целый один босс умеет делать Mode 7. Я случайно не из этого места буду флейта, баян добывает. Бом, смотри, летающий. Слушай, баян? Я насчет баяна я не помню. Снеговик, короче, умеет Mode 7 делать. А, так, а вот так есть. По-моему, в пятом мире, если я не ошибаюсь. И еще запомни раз и навсегда. В этой игре у некоторых боссов очень долго интро. Ну, то есть они очень долго появляются на экране и так далее. Тот же Снеговик, по-моему, до полминуты вообще. Полминуты появляется. Да, полминуты появляется. Ни в коем случае не проигрывай на ускоренном. Окей. Потому что его багнет, и ты вообще ничего не сможешь сделать. По крайней мере, у меня так было, и мне. А, ну. Мне пришлось весь мир заново проходить. Ну, мне это уже знакомо. Я играл, а я не помню, в какую я играл, честно. По-моему, в английскую. Просто вот у Борма мы фанатский перевод запустили, а на мини-игре повисло. А может и в японскую. Так, мне блин, туда не надо. Слушай, а мне надо стримы эти поднять и посмотреть, сейчас я скажу. А мне тут сделали предложение, от которого мне трудно отказаться, но я еще не знаю, соглашаться ли на него. Вы себе можете представить, мне предложили PlayStation 3. Третью PlayStation. Не ломаную. Рабочую. Где можно все ачивки прописать. Да, с двумя геймпадами, с двумя мувами, с камерой. Господи, прям как у меня. Вот. А сколько она гигабайт? Сколько? Да. А вот про модель мне ничего не сказали. Я отправил человеку уточнять, какая модель.
Хотя, конечно, два геймпада и два этих, и два мува уже с камеры уже стоят 7 кусков, которые за нее хотят. Так отлично, блин. Но я еще не знаю. Ой, я не знаю. Отлично, теперь нужно будет еще искать, какие блоки ломаются, какие нет. Да-да-да. Это было еще и в оригинальном, но там было еще хуже это реализовано. Сейчас. Сейчас мы поднимем мои старенькие стримчики. Ну подними ты. Поднимите мои. Ой, сейчас, да, поднимите мои стримы. Их надо на Ютубе поднимать, потому что. Их надо на Ютубе поднимать, да. Что, потому что в локалке они у меня. Их у меня нет. Дэн уже скинул ссылку. Да. Дэн уже скинул ссылку. Сейчас скидывал врача. Дэн, по-моему, один из очень немногих людей, кто это мог еще смотреть. Вот, то есть видеть это невооруженным взглядом. Так это Майлон, а он изменился за лето. А вот извини. Вообще, я честно скажу, она не больно сложная. Ну да, видно. Вот, то есть она как бы это, она проходится так. Без особого труда, она длинная. Ну, я заметил. То, что вот, она то такая есть... несложная. Грей, я тебе ссылку скинул на это самое. Ой, круто. Стрим. Ой, хорошо, ой, спасибо. Вот. Так, сейчас. Ну да, вот первая часть, все правильно. А это что за бомбермен? Ну, он же выбрал черного. Нет, я смотрю на экране, что за бомбермен. А, ну да, там и бомбермены да. есть. У Борма был выбор из белого и черного бомбермена, он случайно черного выбрал. Ай, да не то, блин. А чё? Я смотрю на экран и не понимаю, почему тут бомбермен играет. А. Так, я тебе и говорю об этом. Да не, а там еще какой-то. Это пока ника не было, я время стрима чем-то занимал бомберменом. Ну, который потом в игре появился, да? Смешно, да. Смешно. Так, давай тут ломайся, ну, блин. Да. А вот они, мы, вот они, вот. Мы, вот они, мы бежим, вот они, мы опять бежим, это так, вот первый мир. А вот он, конфетный мир, да. Мини-игра. А, чего, триап, чего? Что мне делать? Счёт-то триап. Не. Скорее, блин. Если ты выиграешь безупречно, ты получишь 3 жизни. Да. 3? Сколько птичек пролетело, тебе нужно показать? Я 3 нажал. 3 же было, нет? 3. Я не понял, что мне делать, японщина. No бонус. Ну да, потому что я не понял, что мне делать надо тут. Блин, всё. Слушай, а мне нужно тоже найти эту долбанную мини-игру и посмотреть, что я там делал. Что ты там делал? Какого хрена ты там был? Да я вот ищу. Может, они предлагали типа найти отличия? Отличия. Или показать, сколько птичек летело направо, а сколько налево. Вот я вот не знаю, там же на японском написано, откуда мне знать. Да непонятно, вот я тоже не понимаю, пока не понятно. Непонятно. А кто это сделал? А, вот Ник играет. О, а у него, кстати, английская версия. А что написано? Посчитайте количество птичек, пролетевших через весь экран. А, ну... Что, там было больше, что ли? Там было две. Одна пролетела полэкрана и развернулась, а две пролетели прямо до конца. То есть тех птиц, которые полностью пролетели. Ну, да, вот, кстати, у Ника разработала английская и работала до самого конца. Вот у Борма в первой мини-игре зависит. Да. Не, а у него он все работал до самого конца. Ну вот у меня нет. И у меня, по-моему, тоже, кстати. Ну, мне повезло, значит, мне. Может, ром битый. Я могу свой ром дать. Блин, я умер аж. Черный? Да, только при этом Борму пойдет. Аня. Там... Пароль! Вот пусть он мир до конца пройдет. А зачем? Он может просто умереть, да? Да нет, пароль на начало мира дается. Ну да, и...
только вот пароль на этот уровень какой был. Ну я не умирал же, я не знаю. Он же когда умираешь дается. Блин! Ну, можно, да, можно конт слить. Можно до конца мира дойти. Не, до конца мира попробую дойти. А да блин, первый, второй мир, они легкие же совсем. Ну вот. Так, где у меня эмулятор? Где у меня Рома? Если эмулятор он сохранился, и... то кто, Ром? Ну да. А почему нет? У меня это, у меня все всегда вот. Вот, Дорми, Дорми Фэнтези. Вот, ТН 99, Гайджин. Гайджин, что-то у меня такое же, кажется, было. Может, Гайджин. Это у меня эмулятор глюканул? Гайджин. Может, у тебя эмулятор глюканул, но в любом случае, вот. Сейчас я тебя найду. Не надо. Да, кстати, Борн, ты можешь спасти. Ты можешь спасти во мне читателя. В смысле? Вот. Ты можешь спасти меня от инсульта, можно сказать. Ой, я чувствую строчку. Ну, я как? Я во мне разрывается фанат читатель и жадина. Окей. Он хочет купить книгу, но не может, жалко на нее денег, а? Нет, я хочу купить книгу, но Амазон хочет это хочет с меня 45 баксов за доставку. А, нифига ж себе. Арматунчик бомбанита. А, да, кстати. Ну вот. Кстати, да, вот здесь перед каждым уровнем обязательно объясняют, какое новое умение появилось у этого, у Майлона, что он может его применить, да, и это очень полезно, вот в первую очередь в том мире, в который ты переходишь, но и в последующих тоже иногда нужно, то есть нужно постоянно привыкать ими пользоваться, этими новыми умениями. А про бомбежку никто не говорил. А бомбежка в мануале описана. На а мануал-то никто же не читал. Мы, кстати, по-моему, да. Тоже миру к пятому или шестому выяснили, что здесь бомбить можно. А как вы там прошли одно место, где нужно бомбить? Или как... А, стоп, нет, вру. Собственно, как раз да, в первом же мире и нужно бомбить. Да. Нет, это Ник обнаружил, правильно. Это он обнаружил, а я нихера не понимал, что нужно. Там, правильно, там точно, там уже нужно стену вверх пробить. И мы мозгами не догоняли. И очень долго сидели вот в первом мире и не понимали, как это место пройти, мозгами догнать. Здравствуй, Ред. Борн нашел это минут за 15. Ну вот у нас сколько? У нас где-то с полчасика ушло у двоих. Ну, короче, человека час. Я, короче, победил. Это один против двоих победил, все. А, ты круто. Да, у меня IQ, как у вас двоих. А мы долго тупили, да. А это был... А вы случаем... Привет, Фарбласт. Была не смесь алкостриму? Нет, алкострим был до того. Потому что после алкострима мы еще прошли это... Я еще прошел этого... Ой, ваш, блин. Бигноуза? А. Вот. А потом это... А потом выпал Майл. И мы его тоже два стрима мучили. Вот. Мучили и наконец замучили. Ладно. С другой стороны. Да, понял уже. Вот. На самом деле реально, вот, то есть он не такой прям какой-то геморный. Да не, чувствуется то, что он... нормальный, в принципе. Вот. Вот я говорю, здесь проблему могут составить только вот, начиная сам с четвертого, по-моему, мира, проблемы начинают составлять боссы, которым нужно паттерн выискивать, и там нужно это... Fire Blast, это короче, прямой сиквел этого. Это, да, это прямой сиквел Mylan's Quest, Mylan's Secret Castle, да, это Mylan's Quest, он и есть, все правильно. Да. Там какая-то черная... Там мистер Хэнки из Саус Парка в конце. Да, типа того. Мистер Говняшка. Но эта фигня тоже просто убивается. Надо, кстати, посмотреть, вот как кто убивается вообще. Только мне не рассказывай. Этот мистер Хэнки, он тебя ждет в конце каждого мира, по-моему. Если я правильно понимаю. Так, конкретный мир. В первом мире его Макучин жал. Да, там был такой этот. Хотя, может, во втором мире он другой. Ой, в третьем мире он другой. Ну, короче, каждый мир тебя новая черная херня в конце ждет. Ну да. Во время битвы он, получается, он окрашивается уже в свой, так скажем, свет.
А, ну вот да, он тут это, он тут не очень-то выносит мозг. Ну и хорошо. Хотя тут надо тоже, тут надо немножечко это... Пора скинуть мозга. Да, тут нужно некоторые нюансы понять, тогда он, в общем-то, легко убьется. Окей. А может просто взять самоубийцу, пожалуйста, я очень его попрошу сильно. Ой, у него очень длинное интро этого босса. Но блин. Это же не Dragon Saber, господи. Где седьмой босс самоубиваемый? Нет, он бьет вверх, а не вниз. Да, ну, вот, нет, этого, вот этого босса я каждый раз у него интро проматывал на фреймскипе, потому что это было нереально вообще. Он такой долгий. Кто долгий? Босс. Ну, не босс, а интро у него. Интро у босса очень длинное, да. Прям вот, прям пипец. Ай, блин, но сам босс не очень сложный, только нужно важную фишку понять, одну и все. А еще я так понял, нам надо опять почистить списки. В смысле? Да вон, смотри, я вчера кинул эту игру под тремя разными названиями. А, ну да. Такое у нас с японкой случается. Ну. Да. Причем эта игра не выходила за пределами Японии, но существует фанатский перевод, да и нельзя сказать, что здесь для прохождения важен язык. Ну так, только в бонусных уровнях. В бонусных уровнях, чтобы понять, что делать, но это не критично. И... Ну да. Вот это, кстати, прикольненько, когда растекаются вот эти... В этих катсценах, может, тебе дают там подсказки. В катсценах тебе дают объяснение, как пользоваться этим. Как пользоваться новыми умениями. Поварапами, да. Да, не поварапами, а умениями именно. То есть ты обретаешь новые умения, тебе там дают объяснение, как ими пользоваться. Но поскольку там все это еще и анимированно отображается, в общем-то, догадаться можно. В принципе. Народ спрашивает, кого мы слушаем, кроме абажурнщика. Абажур. В смысле, скорее всего, эти люди пришли из группы Бормотучика, который он подкинул пост. А, понятно, да, и не знаю, и это и не знаю. Морган меня смотрит еще, когда у себя это на канале это стримил, это. Там три человека меня смотрело. Вот оно что. Да. Ред Хидны. Да, ну Ред узнал меня, меня. Многие узнают. Хотя меня, кстати, я долгое время же не появлялся в голосе, только в чате все больше. Ну? Вот. Да как же меня теперь блинчиков с шоколадом. Да, вон печеньки. Какие блинчики? Печеньки. Похоже да. На блинчики такие большие, которые американские. Не-не-не, это печеньки. Это печеньки с шоколадом и печеньки с этим, с марципаном. А, окей. А вон летающая сиська. Блин. Ну кому чего, да? Чего кому чего? Да, гениально. Кому чего, смотри, порно нас опять забанят. Да. Какую версию для NES Гайдзином кинули, как кость, а кавайную версию нить гляда азиаты. Да, это правда. Потому что, если я правильно знаю, что вот эта игра про Майлона куда как поинтереснее будет. Но она и лучше. Она вышла, по сути, сколько, 8 лет после первой. Кстати, аналогичная ситуация с этим, с игрой «Назад в будущее». А, да, кстати. И «Годзилла», там вот файтинг какой-то в Японии выходил. Вот. Но, кстати, уровни некоторые тут тоже заставляют. Тут, кстати, есть все классические штампы. И лед есть, и лава есть. А пауки есть. И пауки где-то есть, по-моему. Вот все как обычно. Да, ледяной тут целый мир. Вот у пижамы были пауки из четырех полигонов, вот это да. Пауки из четырех полигонов. У меня пауки были в Dragon Saber, господи. У меня пауки везде. Пауки вообще везде, пауки вечны. Даже в Майкл Джексон. Вот, а я все-таки отвечу Моргану Инверсу, что в остальной народ, кроме Бормотунчика, здесь это, в общем-то, основной состав канала УГЦ, не весь, а как бы часть его, и вот мы тут. Да. Обычно мы тут стримим. Ну да. Например, это сейчас был. Например, сейчас это нас всех озвучил Грей Хаксон. Я сам пижама. Сам пижама. Нет,
Я больше он, чем она. Я оно. Пижамо. Вот, кстати, я не помню, что конфетка делает, но что-то делает. Но она когда это, ты падаешь вниз, то да. Надувает пузырик. А, она тебя один раз спасает, да. Пузырики. Ну, тут где-то слоу затесался. Да. Да, ты есть слоу геймер, и где-то на заднем плане еще есть Ганс. Ганс, а Лорд. А, и Лорд тоже помалкивает все больше. Ганс, Кристиан Андерс. Вас там много. Странные слова говоришь. Пижама, говорящая пижама. Так вот, собственно, Борм. Борм, я не закончил про спасение меня от инсульта. Ну, да, я понял. Ты зимой в Москву поедешь? Ну, в декабре. Ой, какая прелесть. Слушай, привези мне книжки, а. Ну, попробуй, целых, там посмотрим. Целых две. Ну, собственно, значит, я почему про зиму говорю, а одна как раз в ноябре выходит. А, понятно. Ну, посмотрим, как мне там чемодан будет забит там уже с... Там же Новый год, все дела, подарки. А, ну понятно. Да. Ты скажи, PS3 привезешь-то. Нет, ну... PS3-то не надо. Да, PS4 я с собой вожу туда-сюда. PS4-то мне тоже не надо. Да, вот тебе книжки... не надо, мне надо. Бас с Дэном, они, да, в чате. Они в чате, да. Я даже готов это... Я готов оплатить твои труды и услуги, правда, не по расценкам Амазона. Не 45 баксов. Нет. Нет. Они охерели, потому что... Нет, 45 баксов за, это, за одну книгу, а не за две, да? За две. Нет, 45 баксов за две книги. Ну? Вот. Но они все равно охерели в конец. Да, у меня амазоновская доставка бесплатная вообще. Вот. Даже если из другого штата. Вот. Ну, это обычно. Это обычно, да. Да, в некоторых магазинах бывает там это, они просят 5 баксов за доставку. Там, блин, две книжки 40 баксов стоят, и 45 за доставку это. Ну да, на 5 баксов больше. Вон там Космократор пишет: на таможне вас просили что-нибудь передать. Да, извините, вы никуда не летите. Да, вас просили передать, да, просили передать, что ты козел. А, ну тогда ладно. Вас просили что-то передать? Да, две книги. Ну ладно, а куда? В Россию вы никуда не летите. Два куста для бани, блин. Куста для бани. Подговариваю Барматунчика привезти мне Гудкайнда нового. Кого? Терри Гудкайнда. Это чё? Это писатель. Это та книга, которую тебе придется везти. Нет, писателю бы тоже неплохо, конечно, но в чемодан не влезет. На коленочке. Я знаю, довольно рослый мужик. Говорю, на коленочке посажу. Я же говорю, он довольно рослый мужик. Ничего, скукожится. Не забудь себе заказать книгу «Как я заработал 4 назад в прошлое», да? Да. Просто вообще победитель по жизни. Я тебе говорю, Борн, ты можешь, короче, три раза использовать назад прошлое, откатываться со спектром и получить четвертый на халяву. А, ну вообще. Не четвертый на халяву, а просто еще один в довесок. Ну, говорю, три раза откатиться, четвертый откат на халяву. Ну да, в сущности. Надо копить назад прошлое к Atari. К Atari. Блин, я вот говорю, я вот даже в Retro Game Gauntlet три раза доходил до Командора, но не даются мне как-то вот компьютеры вот те того поколения, кроме DOS. Вот DOS вообще мне выпала змейка, и там хайскор был, все. Борм. То, что ты сраный консольщик, фу. Да нифига. Вот вообще тут Морган правильно пишет, что да, что они просто не хотят, Amazon не хочет иметь дело с Почтой России и вообще с почтовыми службами. Вот, разных стран, и поэтому они используют свою сервисную доставку, она дорогая международная. По крайней мере, вещи такой определенной ценности они не посылают так. Я не понимал. А может, он у тебя не пропустил? Ой, он тебя не пропустил из-за того, что ты ему что-то не принес. А чего ему не принес? Откуда мне? Ой, слушай, а я сейчас посмотрю, подожди. Просто на каком уровне мне это искать? Блин, слушай, у тебя только два мира звездочками закрыты, два уровня. Но... Звездочки собирай большие. Окей. Вот она. Окей. Ладно.
Сейчас я тебе скажу, что у меня было на момент конца уровня. Я пока пижаму поменяю. Ну не тебя, в смысле, да? Костюм. Да я уж понял. Замени тебе пижаму. Видишь, просто саны РПГ для геев. Спасибо. Ой, блин. А это уже вторая часть, это уже снеговик. Мне понравилось, что вот это Жар, когда у себя стримил на канале, а то он начал провоцировать всех и пел песенку «Путин лучший в мире президент». Да, неплохо пел. Ну да, кстати, петь умеет, че. Все-таки это он играл там на фортепиано, кажется, он рассказывал это. Учился он там играть. А, подожди, стой! Тебе нужно пройти не те миры, в которых у тебя нет звездочек, а те миры, в которых там мигает звездочка, их собрать надо. Ну, да. Те уровни. Ну, я туда и пошел, где звездочка. А, ну вот правильно, так. Вот тебе нужно везде собрать звездочки с нотками. Окей, и тогда тебя пропустят. Непривычно. Обычно, когда проходишь уровень полностью, и все, вот этот уровень как бы отметен, мол, этот уровень пройден, можешь не возвращаться. А тут да. А здесь наоборот, звезда мерцает, что здесь она еще есть, ее нужно взять. Ну, да. А я уж думал, что это... Хотя это мне, знаете, что напоминает? Это как в Kirby Adventures на NES'е. Там уровень прошел, и там звезда не горит, значит, все. Там этот уровень полностью пройден. Это еще где-то было, то есть это тоже не уникально как бы. Я думал, что те секретки, которые мы не могли добраться на первых уровнях, это для новой игры плюс. Да-да-да. Бомби. Немного не то, но все равно. Зато к нотке пробрался. Не, вот да, вот. Вот в каждом месте. Здесь видно, нельзя уходить из уровня, пока нотку не возьмешь. Ну я понял. Потому что потом придется возвращаться. Хотя иногда есть смысл пробежать уровень, а потом пройти его уже более полно. Ну, типа того, нафармиться еще можно. Как тут есть будет уровень на ебучем сноуборде. Ой-ой-ой. Тут куча штампов, да? Тут куча штампов. Ну еще бы, это же обычно это, платформер, что-то хотел. Это классический NES-платформер, перенесенный на красивую, качественную SNES-платформу. Грей, что ты хочешь, ее Hudson Soft делал? Ну да. А, ну... Что это было? А ты удивляешься, что здесь есть Бомбермен, да? И, конечно же, за 100 ноток жизнь даю. Ну, конечно. Куда же без этого? Вот. Ты уже понял, что без ботинка тут не жизнь? Да. Это жопа. Без ботинка. Жопа без ботинка. Без ботинка тут половину уровней, блин, не пройдешь. Ну вот, пожалуйста. Ботинок — это жизнь. Ботинок — это маленькая жизнь. А еще я тебе подскажу одну мысль, до которой ты бы сам очень быстро дошел, но я тебе ее подскажу. Если ты сливаешься на боссе, имеет смысл вернуться на какой-нибудь короткий предыдущий уровень и поднять там себе ХП на плюс 2 пункта. А, на плюс 2 пункта? Ну, до зеленого костюмчика. Ну да, я понял. Не, ну вот. Так я в Марио всегда так делал, там я уходил на предыдущий уровень, чтобы собрать пауэрапы какие-нибудь. Логично вполне. Ну да, вот как-то вот так и надо делать. Ну да, я все-таки Мегамен X3 проходил, я знаю, что такое фарм. А, ну да. Фу, X3, вот ну так он мне выпадал, это у нас Capcom Challenge был. А, слово выпадал 8-й. Тогда же. X8? Нет, 8-й. 8-й. Ну, на PlayStation уже был, да? Нет, да, на PlayStation уже. Но я бы не сказал, что там прям великие особые различия между 7-м, 8-м и X-серией. Ну, а как же по стенам прыгать, да? А, ну да, кстати. А, ну да, в X-ах Wall Jump появился, правильно. Ну и что? И что он особо дает? Ну, Wall Jump дает. Больше геморроя тем, что... А здесь еще и по стене надо забираться. Да. Да как так можно? Только дефолт, только хардкор. Ой, да ну вас, я вас умоляю. Морган Иверс, давай 7-го на дефолте. Ты его не прошел, по-моему, до сих пор. Нет, не прошел. Уже мог бы 30 раз
Оно мне надо. Ну ты же хотел. Я 17 часов с ним проебался в прямом эфире. Так и не прошел. Я мучился. Пижама мучился. Девлин мучился. Девлин раньше ушел. Девлин раньше слился. Блин, вот здорово то, что в чате картинки прогружаются, можно сидеть, смотреть. Мне иногда нужна терапия еще, там, няшками какими-нибудь, типа, когда игра жесткая. А, эта игра не жесткая, эта игра сама по себе няшная. Не, ну я имею в виду няшек. Няш-мяш. Няш-мяш. Ну правда, к шестому-седьмому миру она перестает быть няшной. Чё там, и честно говоря, после седьмого мира. Нет, она по-прежнему с виду такая же вроде бы няшная, но она уже жопу рвет, поэтому. А. Белки будут рвать жопу. Здесь просто пропрыгать, по-моему, можно. Да, можно. Тут можно бомбануть. Ой, я собрал 5 ноток. И они превратились. Да, ты забрал 5 ноток, и они превратились он в музыкальный. Я-то! Я превратились в музыкальный инструмент. Инструмент? Точнее, тебе за них дадут, по-моему, музыкальный инструмент. Но я у мужика в месяц открыл, вот. И научит тебя пользоваться новым этим. Мозгом. Новым оружием. Да, не бомбит у меня. Да, не бомбит у меня. Не бомбит. Че, они все говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит. Это вы под кого косите, я даже не в курсе. Ну там чувак есть. Есть такое видео. В общем, введи на YouTube не бомбит, и самый. Ну, и наверняка сам. Пирожок. Он будет первым. Он будет единственным. Первым и единственным. Yeah. Она была с тобой, с собакой, или чё там, какие слова, не помню. Immolate improving. Это значит, что не было, что вероятность резиста крайне мала. Да, ещё вспомните ни единого разрыва этого. Для полноты. Да, это тоже знаком было. Но это было великолепно. Кстати, прошлого. Прошлое тебя засосёт. Вот нравится мне, как здесь натекает шампанское, да. Точнее, вино. Но оно вкусно, а вот шампанское, да, розовое. Как было на сходке так же делать. Блин, у меня столько бокалов на сходке не было. Слушай, мне нравится, он только стоит окосевший, как будто он уже принял фонтана этого, короче. Ага. Чё, прилягу. А ещё они натекают на переднем плане, он весь красный уже. Ну да. Так, мне наверх нужно, понятно. Вплоть до шапки. Вплоть шапки. Плоть шапки. Да, у шапки своя плоть, это... Ну, ну прикольненько сделано. Да. Так. А, нет, тут нельзя. Черт, забыл. Это не бомбит? Там надо было, да, там по-другому как-то надо было делать. Там нужно на этого... То... Короче, это жесткий, не жесткий, но там таймик нужно, чтобы но это... Ну там, свечку, по-моему, нет. Короче. Там, по-моему, никакого тайминга не нужно, там, по-моему, как-то все проще, но это проще, до этого проще еще допилить надо. Ну, короче, я послал все в жопу и пошел к деду, потому что я ему звезды принес. Все, вот теперь дед, да, теперь дед тебе что-то даст. Теперь дед мне даст, ура. Да, и ты пойдешь к черной дрыне. Вот, он сыграл на флейте. Да, и ты получил флейт. А, вот он сыграл на флейте, да. Прилетели звездочки, звездочки, звездочки. Типа зачаровал он их. И... Дядя, какого хрена происходит, спрашивает наш персонаж, что говорит, сам не знаю. Но теперь ты можешь двигать блоки некоторые. А, да, ты можешь двигать некоторые блоки. Да, короче, вместо стероидов флейта. О, теперь это как его... Теперь уровень прокачки, и это, и в бой. Ну так я... Не, еще не уровень прокачки, там еще один уровень есть. Подожди, уровень прокачки, а потом в бой. А. Ну коротенько, обычно после деда коротенький уровень, в котором... А. Который позволяет тебе быстро хп набрать там... Ой, щабачка! Сапог взять и это... И в бой лезть. Да, щабачка. Печенная собачка. Уря, люблю печеных собачек, они вкусные. Эй, чё меня ударило? Ах ты рыба поганая из угла! Нечестно вообще. У нас, я когда в первом классе ходил в группу продленного дня, угу.
продленку я знаю, да. Да, это были долгие 4 месяца в моей жизни. О боже. Вот. У нас там... Блин. Воспитательница продленки иногда приносила печенных журавликов. О. Вот. Было прикольно. О. Все, вот все были жестокие и сначала откусывали голову. Воспитательница. Классика. Журавлику. Да, конечно, а я сначала откусывал хвост, потом крылья. И ведь никто не понимал, что на самом деле жестокий я. Потому что они-то убивали сразу. Да, потому что они откусывали голову и все. А у меня он еще долго жил и страдал. Блин, ну пипец, ты вообще жестокий тип какой-то. Можешь помочь? У меня как-то с другом был очень дикий спор о том, как вот, менее болезненно убить голубя. Отрезать ему голову или свернуть шею? Что за гроб? Что за плохой спор? Не, ну он описывал ситуацию, ты там в лесу, тебе очень хочется есть, ты нашел там белку и хочешь менее болезненно ее убить. Не, отрезать эффективнее. Вот, а мне говорят, что свернуть шею менее, собственно, более безболезненно. Отрезать эффективнее. Быстрее. Ну, в смысле, быстрее умираешь. Да какая к черту разница? Но если. Да, но если ты отрежешь голову, тушку уже можно начинать есть. А если свернуть шею, нужно еще дождаться, пока она окалеет. Так что здесь вот с такой позиции, а как это. А как там, болезненно, не болезненно? Если ты в лесу и собираешься жрать белок, поверь, это будет последний вопрос, который тебя будет волновать в этот момент. Ну, насколько болезненно их убийство. Бедная тут, белочка. Тут уже делал... пишет, мол, лаги. Лаги, да, есть лаги. Лаги есть? Тибором пропал куда-то. А, да я тут. А, ты тут, просто это... Обама трафика. Лаги идут, да, вот есть такое дело. Пахнет Dark Souls. Забавненько. У меня написано то, что дропов ноль. Так что нижнее что такое. Да, а лаги идут и такие нехиленькие, я бы сказал. Это забавно, но это не у меня лаги сейчас. У меня такое ощущение, что вполне возможно, что лаги эти у кибера. Фолкнер говорит, возможно. Dark Souls. Dark Souls'ом попахивает. Сколько? Ну, время 9, да. А, ну все, сейчас тогда этот уровень пройду. Ну ты мир заканчивай, да. А, вот. Пароль записывай, начинай английскую версию в следующий раз. Ну да. Так, сейчас мне дверь найти, я что-то запутался, куда только, мне. Только про 9 жизней про свои забудь. А. Ну как так? Ну или играй в японку, в общем-то, разницы не особо. Ну да. Сколько пролетело слева направо, да? Да. Справа налево или слева направо? Ай, блин! Жопа! Рыба, да, блин. Ладно. Короче, Борм, открывай страницу с этой сканой и учишь ее. Здесь в основе ни одного канди в игре нету. Ты о чем вообще? Это японский. Вон, да, о, Дэн написал, перепишите анонс на 30 минут. Окей. Вот, поэтому у тебя еще целых 30 минут. О, ты, кстати, ты ключ нашел, зашибись, как раз я могу надо. Переписать. Да, у меня ботинки нету. Перепишите анонс на 30 минут, да. Почему ботинку? Ты в ботинке. Нет, у меня ботинки. Подожди, у тебя есть ботинок, у тебя хп нету. У меня нет ботинка, смотри наверху. Есть ботинок, я вижу ботинок. Что там, задержка такая дикая, что ли? Слушай, дай-ка я перезагружу страничку, может, правда ли лютая задержка, я еще вижу это. А у тебя, ну, там лютая задержка, точно. Потому что ты еще в это... Там вот у меня, как я видел, одно из последних, что ты ключ нашел. Ну, звук ключ пропал, давно пишет нашел. Покер. Тру пишет, пропал звук, да. Вообще звук? А, пропал. Вот, да, теперь у тебя нет ботинка, да. Да как, что мне, перезапустить стрим, что ли, тогда, на всякий случай, потому что, не знаю, у меня он пишет, что все в порядке. Звук не мог пропасть сейчас резко. У тебя нету ботинка, да, и хп у тебя синяя. Ну да. Потому что я там умер. Да. У меня рыбы там пришибло. Так, все говорят, что пропал звук. Да не все. Не, у меня все норм.
Вон это Ред говорит, что у него в порядке все. Обновить страницу. Это у трубокера оказывается косяк. Блин, ну отлично. Блин, рыба из-за угла просто вот это. Что там делаешь, блин? Она тебя ждет. Там пошла ну, задница просто. И, кстати, я вот только-только заметил, ну, как в новой сообщении. А, нет, уже потихонечку так принимает. Вот эти второй чате сообщения. А. Ну, вот эти вот старые, которые у меня, по крайней мере, появляются, уже у тебя там потихонечку начинают появляться. Обнови видео, у тебя задержка. А, задержка? Неужели и у меня задержка? Да, у меня тоже такая же задержка. Ну, просто стрим идет, видео иногда подлагать может или типа того. Так. Все, до зеленой докатил, дверь я нашел. Ботинку мне, правда, нету, блин. А, во, вот теперь все good. Отлично. Ну, я говорю то, что это кибер, скорее всего, шальнул там или типа того. Mm-hmm. А у меня второй чат так и не хочет показывать смайлы. А я вылечил это вообще хитрым способом. У меня он тоже не хотел показывать смайлы. Я просто все настройки с другого ноута скопировал, короче, и все. И все вот заработало. Меня тоже еще и сейчас я смайл не показывает, но СК2 показывает. Ну, вот у меня было то же самое, короче, это. Я вижу, это у многих сейчас такая проблема. Боже, это утка какая-то из Five Nights at Freddy. Фреддис. Угу. А, у это обезьяна. У этой утки обезьяны очень длинные интро. Да, я вижу. Да, какая-то обезьяна. Повар, блин. И не с первого, и не со второго раза ты его, скорее всего, не убьешь. Но интро надо просматривать каждый раз. Долгое интро боссов. Да, это прям вот тут блин, задница. Че ты там говорил с первого раза? А чё, грохнул уже? Ну да. А-а-а. У меня было две проблемы. Я не понимал, что на нем можно на жопе прыгать. А вторую ты мне открыл только сейчас вообще. Ну, а он мне говорит, ну это баян. Вот, вторую ты мне открыл только сейчас. Я вообще не знал, что на эту рюмку встать можно. И там вообще сейфпоинт, короче. Да, ну не сейф, не то, что сейфпоинт, но там да, там да, легко, да, один да, раз да, через него перелетаешь. Так, ну чё, я второй мир прошел. Так, что мне теперь делать? Ну у тебя полчаса, еще, ты за полчаса, блин, еще третий мир пройдешь. Может быть, посмотрим еще. О, мышонок, привет. Ми-ми-ми-ми-ми, говорит мышонок. Что-то так показывать блоки. А, я могу по занавескам лазить. Так. Это у меня пропадает связь? Не знаю, я пропадаю. А кто держит конфу? Я. Вот. Вот, я всех слышу, значит, это Бором дергается. Нет, как я... Может, он просто микрофон выключил? Не знаю, мне тут экран дергался. Да, не знаю. Чего у вас все дергается там? Все дергается. О, ты можешь ползать по шторам, тебе сказал. Да, я уже это сказал. Вот. А мы не слышали. А. Ну вот, тетери. Да. Да блин, а какого хрена я же в пузырик ее зафигачил? Ну ладно. Капа прайд. Опять задержка пошла. Аналогично. Ну что я могу сделать с задержкой? А, я кажется знаю в чем дело. И откуда лаги, и откуда задержка, и откуда все прочее. О, эти божественные 5000 кпс. Чего? Такой, он же пошутил. Да. Это бы все объяснило. Ну, вообще-то плавненько, я бы сказал. Ну, я бы сказал, что тут, скорее всего, 2.5 где-то. Ну, не знаю. Чего не знаю, тебя вы не знаю. Вы о чем? Про битрейт, что ли? Да. Но у меня 2000 стоит где-то. 2000? Да. И 60 FPS?
Ну да. А, ну тогда все. Тогда все понятно. А, и еще Грей, да, у него, походу, постоянно стоит эта вещь. Не, у меня не. Ну, у меня через X-сплит сейчас там нет же постоянного вроде, нет? Есть, есть. 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 Понятно. Зло ваш X-сплит. Ну, правильно. ОБС. ОБС. Не, ну X-сплит, он реально, он такой прожорливый. Не, это да, что есть, то есть. Просто у меня X-сплит был сейчас настроен на этом компе, поэтому я не хотел с ОБСом там еще сидеть трахаться. Вот этот мир, который вот ты сейчас играешь, у него есть одна неприятная особенность. Он начинает ебать мозг. Ну, типа лабиринт? Лабиринты, да, и он, поди найди выход еще. Я вот, же так люблю лабиринт. Тут уровни длинные, вот эти. Прорвемся, вот. Петька, ничего. То есть, если там какой-нибудь снежный уровень или какой-нибудь славовый тебе мозг выносят тем, что у тебя это, что ты можешь везде упасть или везде соскользнуть, или тебя все убить может, то вот этот выносит мозг тем, что у тебя, что здесь лабиринт, и ты пойди доберись куда надо. Ну, я к синей стрелочке пришел какой-то, но я не туда вышел, короче, понятно. Мне еще звездочку нужно найти, эту по-любому наверху. Да, где-то. Да, без звездочки нельзя. Ну, конечно. А синие стрелочки... А, синие стрелочки это не выход с уровня. А, это короткий выход с уровня, по-моему. А. Ну, типа, да, надоело есть... тебе тут ходить? Неправильный, да, то есть это способ уйти с уровня быстро. Угу. Когда можно нажать селект. Да, когда можно нажать селект. Именно так. Или это просто неправильный выход? Ну, наверное, неправильный какой-то. Вот, кстати, этот самый селект, он очень помогает в том смысле, что это... Когда ты пошел это ХП себе прокачать перед боссом, зашел на уровень, быстренько 2 ХП взял, ботинок взял и селект. А, ну да. И к боссу пошел. Там же не нужно каждый раз уровень проходить насквозь. Ну да. Вот. А, вот она. Хе-хей! Звездочка. Нотка. А, нотка. Да. Еще бывает такое, что уровень простой бы, это простой и короткий, а нотку хрен найдешь. А, ну. Да блин, вот эта мышь мне бесит, там, которая за колонной стоит. А может теперь норм можно, может теперь. Я звездочку уже нашел. Нет, надо нет, через. Блин. Надо через выход обязательно выйти. Через выход. Тебе гол, понятно, надо. Значит, через именно обязательно через гол надо выходить. Понятно. Надо, синяя стрелочка тебя... неправильный выход. Да, да. Но, да, типа... кстати, имеет смысл, да, выйти через стрелочку и подниматься в другом месте. Ну, типа, да. О, звезда-то пропала. А, да, звезду взял, все. Не, ну звезды нету уже больше. Ну все, то есть ты ее уже взял, она у тебя уже. А, да? Как к следующему уровню он что-то не продал. Потому что он не через гол вышел, он вышел просто из, как бы, из замка. Ну да, короче, скрипт не сработал, короче. Он очко не забил просто. Ну да. Кому? Чем? Ну там же гол написано. Ну там же гол. Забивают мяч, очко получают. А забить очко можно кому-нибудь и чем-нибудь. Грамотеи. Пижамом, бакеном, например, да? Ну или Тонфа. Вот, так много вариантов. Счастливый клевер. Вы еще и материтесь. Счастливый клевер? Да. Это не счастливый клевер, это трефа. Ну, трефа зеленая, значит. Я просто привык, что трефа они... Ой, черные, все больше. Все, нормально. Просто это немного нечестно было. Какой сложный платформ. Не платформ, препятствие, короче, опасный. А я понял, что было нечестно. Да. Потому что это было, правда, нечестно. Шарик я взял и прошел мимо. Угу. Ладно, прошел уровень нормально дальше. Кибер поддергивается. Так, а где в эксплиде там, кстати, делается тогда? В General Settings, да?
Наверное. Вот, а вот это гол. Да. Так. А где там постоянно VBR, да, это? CBR. А, CBR. Постоянно. А тут что-то не вижу CBR. Или наоборот, или VBR должен быть включен наоборот. Сейчас посмотрим. VBV тут есть у меня только и все. Не знаю, что это такое. Ну, короче, битрейт. Короче, забей. 2000, ну ладно, хрен с ним. Забей. Просто я не помню, что в эксплите это было реально выбором постоянно. Все равно, нужно это. Все равно нужно было бы стрим перезапускать, все дела. Ну, это понятное дело. Так, не, нажмёт. О, слушай, а тут заметьте, то, что есть передний план в виде занавесок таких прозрачных. Угу. О, ах ты крыса, понятно. Все, теперь я разобрался, почему крыса на том колокольчике была. Благодарочка. Да. Она не настоящая крыса. Не, еще какая настоящая. А еще какая настоящая, еще по-настоящей тех, что ползают и себя кусают. Ну да. Она делает то, что должна делать крыса. Да, она еще колокольчики возвращается. Она перегрызает ленточки, до которых висят колокольчики. Она висит на ленточке, где висит колокольчик. Да, она висит и грызет эту ленточку, следовательно, колокольчик ни хрена не держится. А, я могу зайти к нему в пещеру? Нет, не могу. Почему не можешь, кстати? Ну, конечно. Ай! Фата. А-а-а! Слава богу, у меня есть жвачка. Мир жвачка, да? Мир, дружба, жвачка, да. У меня еще ботинка нету сейчас, это самое противное. Тут, блин, я теперь помню, за счет этой жвачки некоторые места проходятся довольно просто. Ну, заметно. Потому что он взлетает так нехило. Да, он нехило взлетает, то есть можно либо далеко вперед пролететь, либо это. Либо я высоко вверх высоко взлететь туда, куда хрен доберешься пешком. Ну да. Вот. Ой, так. Есть только одна проблема. Ну. Если он башкой треснется, он перестанет лететь. А. Это действительно проблематично. Да ближе, мяу! Я же мяу, блядь. Так, проверить тут, что у нас. Что, так и горит мяу? Да. Давай, батончик, откатывай. Ой, да ну, здесь нечего откатывать, прекрасная игра. Не нашел звезду. Давай обратно на спектром. Прекрасная игра, никакого смысла вообще что-то тут менять. Ну, не, да, я не мог понять, зачем он вообще откатился, у него на спектруме нормальная игра была. Да не то чтобы нормальная, я не знаю. Насчет нормальной на спектруме не знаю, а это хорошая игра. Грех жаловаться. Он случайно по привычке. Звездочка. Случайно по привычке откатил, да? Да не, ну я, слушай, я пробовал ее даже это подтренивать, но ни хрена. Не получилось мне эту игру одолеть. Звездочка, это ни хрена, у тебя теперь нету ни хп, ни жвачек, ни ботинков. Да, но зато я звездочку нашел. У тебя во лбу звезда горит. Нищебродище. Любимая, подарю тебе самую прекрасную звезду. Да, я подарю тебе эту звезду светом, она будет... Слушай, светом своей будет она озарять бесконечность, да. Зато уровень прошел, чё. И звездочку забрал. И насрать на жизнь и жвачку. Жизнь и жвачку можно найти. Да. А уровень пройти тяжело. А уровень пройти тяжело, да, тут ты прав. Вообще, конечно, звездочка тут стоит того, чтобы за нее погибнуть. Ну да, чтобы пройти. По второму разу за ней не надо идти. О, отлично, ботинок. Вон тут, кстати, Киселев, Дима. Давай, Барматунчик, дери их всех! О, господи. Окей. Дери! Куда-нибудь просто! Бери, это знаешь, так это на самом деле нос забит, такой бери, типа пытается сказать. Бери их всех, дери. Дери их мыльными пузырями. Пузырями. Как у тебя все плохо? Да, с микрофоном вообще не лады. Так, говорят, у вас с головой не лада тут это.
Чё-то как-то связь не очень через прям микрофон. Прям с микрофоном совсем беда. Даже хуже, чем в пижаме. А так? Ой, блин. Так лучше не стало. Просто приглушённее стало. Я со связью проблема, а не с микрофоном. Да, я начинаю, что проблема со связью. У меня что... Что и так маленький битрейт голосовой связи свалился до 64 или типа того. А где что можно сделать? Даже хуже, чем у Сомы. Написал Сом. Я, блин, иные старые эти... Какие-то старые записи аудиокнижек находил в 32 кбпс. Вот они примерно так звучали. Не, если вы вычистить одну частоту, можно и на 64. Но на 64 я слышал приличное звучание, да, когда кто-то прилично делал. Не, просто я всегда видел такие пережатки, типа 64 на звучит норм. Всегда на эквалайзере не работает одна частота. С которой шум обычно дает. Она была заглушена полностью. Так, а кто пойдет в печку? Да, я хотел проверить там сначала. Да, тут место это запорол, короче, теперь. А ты вон на этот билетик. Можно же, наверное, было. Надо было сразу в печку. Ну надо было. Я просто, ну знаешь, исследуешь уровень. Думаешь, что а вдруг меня обманывают, типа пойду я туда, а оказывается там конец уровня. Ага. Так, понятно вот здесь. Ты можешь через билет вот этот вот. Я через ложный выход вышел уже. Слышишь? А, ну тоже вариант. Да мог бы через билет вот этот, да? А у нас задержка, да. Да. Задержка. Нехилая задержка. Ну, я в следующий раз лучше сделаю. Ну вот она, не знаю, непонятно, она где-то накапливается. Так вот реально, то есть она идет, и она где-то накапливается. Ну, в моем случае, вообще, мне кажется, виноваты 60 FPS. Может на быть. Самом деле. Потому что 2000 битрейта это ни о чем. Серьезно. На 60 FPS, зато гладкая картинка какая. Зато мыло. Ну, кстати, ну потому что удвоенный FPS требует полуторного битрейта. Ну, по-хорошему удвоенного, но удвоенный это перебор, поэтому полуторного. Ой, поэтому 700... Ладно, 720 на 60 FPS требует битрейта около 4500. Для хорошей картинки. Вот будет гладенько, красивенько, только SNES того не стоит. Как не стоит? Ты же SNES. А вот PS1... Да? Вот PS1, я в PS3 с такими настроечками не играю. Когда PS3 стрим запускаю, у меня битрейт 3,5. И 30 FPS. Там больше не надо. На PS3? На PS3 надо. Неужели всё так требуется на PS3? Зачем там больше FPS? Почему 60 FPS? Секундочку, 60 FPS очень даже здорово смотрится, не надо тут. Да я не об этом. О чем? 60 FPS прям как на PS4 будет. PS3 тоже может 60 FPS, между прочим. Но не в 1080. Так, а тут вопрос еще. С какой стороны мне лучше прыгать? А вообще да, она может или 1080, или 60 FPS. Но вообще, как по мне, прекрасно играется это прекрасно играется 720 на 60. Отлично играется. По мне нет. Ну, с той стороны там. С той стороны там это. Бонусы какие-то. Не взял. Лорд, твой ящик и того толком не может. Чего это? Да я знаю, что мой ящик не может, но мой комп-то может. PS3, между прочим, может честные 1080. Ну и в том-то и дело. Это то, чего ящик вообще никогда не мог 360. Он и One-то, по-моему, не может. Не, One может честные 1080. Нет. Но опять же, по-моему, не в 60 FPS. Не там производительность поменьше. Там, где они используют цифру 900. Единственное, что по сути и PS4 и Juan, они же похожи, только единственное, что на PS4 стоит память какая-то там GDDR5. Да, GDDR5, а в ящике DDR3. Ага. Все еще. Ох уж мне эти мелкомягкие. Не больше вообще на XP. XP? А прошивка на базе XP? Да.
Ошибка на базе XP была в первом ящике, не надо мне на 2000. Ну да, кстати. Ну, мне, кстати, вот 2000-ю XP-то путать не надо, все-таки это, прямо скажем, далеко не одно и то же. Ну, конечно, это совсем разные вещи. 2000-ю Millennium еще можно более-менее там. Нет, Бор, ну ты чего, ну не надо. Ну, так они в одно время практически вышли. В одно время, да, но это же совершенно разные системы. 2000-я ближе к NT4 на самом деле. Если уж на то пошло. А от Миллениума она очень далеко. Это же техническая ось. Он там, да? Она никогда не была в хоум-варианте, да? Да, она никогда не выходила ни в каком хоум-варианте. Это чисто техническая ось, так же, как NT4. 2000-я? Да. Ну, нее... в хоум-варианте она у моего друга была лицензионная, потому что у него батя там это... Подожди, есть 2000-я, есть Миллениум. Ну, нет, 2000-я именно у него стояла. Да. А, ну, 2000-я, но я говорю, но это ось профессиональная, сервер. Борн. Да. Редакции у 2000-й, знаешь, как называются? Как? Basic сервер, Advanced сервер и Professional. А, ну, Professional это у него стояло. Ну вот. Ну да. Ну я просто говорю то, что стояло и все. Блин, понятно, жопа. Охренительно. Я думал, там вниз можно спуститься. Там вон нам Morganiers FPS и битрейт немножко предлагает. Слушай, а на стриме у меня был нормальный голос? Так, стоять, чё? Не понял. Ганс, на стриме у тебя был нормальный голос, а сейчас прям вот просто как из жопы. И сейчас вот опять, всё равно. Всё то же самое, абсолютно. Ещё хуже стало. Глухой, ну я говорю, как будто в 32 FPS тебя перекодировали. Так, а теперь? Вот FPS, КППС. Без разницы. Вся без разницы, ничего не меняется. Ничего не меняется, реально, у меня впечатление, на нотках летать можно. Да, можно, я уже понял. Так, а сюда мне нет смысла ехать, что ты меня сюда ведешь? Дура, блин. Дурацкая. А теперь? Да нет. Не лучше. Как было, так и осталось. Ну да. Но я ничего не менял. Короче, перезагрузи компьютер. Или скайп. Или скайп. Лучше компьютер. Переснай винду. Да, пришло время. Пришло время обновиться до винду. Да, сделай скриншот рабочего стола и удали все ярлыки. Переустанови винду. Обновись до десятки. Или перезайди в конфу, Девлин предлагает, как первый вариант. Ща, вот там внизу. Ай, да жопа, блин! А, фу, слава богу. А, подстава, засада, блин. Да. Вот, я вот так это решил, эту проблему, короче. Ай, жопа! Чёрт! Ага. Вот так-то. Три минуты. Ой. Вот, всё, вот здесь, понятно. Как тебе... Как тебя красиво нагибает уже этот уровень потихонечку. Иди сюда. Хочешь на нотке полетать? Попробуй меня поймать, я тебя... Блять, нотка, мышь! Да блин, да что ты делаешь, блин? На, жри. Ладно, используй, сука! Всё. Ладно. Я спокоен, всё хорошо. Зато я не умер, блядь. Лучше бы умер. Иди ты дальше. Иди сюда, иди. 2.5 минуты, Борн. Хватит уже цитировать, блин, все время то ли Михалёва, то ли Гаврилова. Михалёва, Гаврилова. Кто это? Гаврилов. Гаврилов. Ой, на самом деле у них и правда у двоих похожие голоса. Да не. У них нет, у них интонации различаются, но при том качестве микрофонов, которое тогда было, у них действительно похожие голоса. Так, ща я допройду этот уровень хотя бы. Саундпластик 16. Ура, о, нашел ты... ноту. И поэтому, кстати, я, например, действительно не всегда могу отличить, где Михалёв, где Гаврилов. Блин. Мне все время казалось, что на моих кассетах Короля Льва и Аладдина озвучивает один и тот же голос. А на самом деле разный. А на самом деле к моменту выхода Короля Льва, это Короля Льва, Михалёв уже 2 года как умер. Аладдин у меня был именно в Михалёвской озвучке, но я это все узнал пару лет назад буквально.
бумажки! Ладно, хрен с ним. Так, мне все равно 3 жизни осталось, можно самоубиваться и записывать пароль. Да, лучше уже тащи. Да не, я самоубиваюсь уже. Это третья нотка? Да не, вторая вроде бы. По-моему, третья, да? Или даже четвертая. Да пофиг, перепройду, какая разница. Ну да, теперь ты знаешь как, а это проще. Ну да. Сейчас. Главное, не через 3 месяца. Ну посмотрим, может через 2 месяца и 20 дней. Да не, раньше будет. На самом деле у нас же тут уже даже ходили разговоры, лимит это... Нет, Девлин, почему не сейв стоит? Нет, ты сейв стоит, конечно, сделай. Так, 3-9-3-8. Да. Ты сейв стейт, конечно же, сделай обязательно. На всякий случай, конечно же, я сделаю. Да, если у тебя английская не запустится. Сейв геймс. Только ты выход не скажи. 3-9-3-8. Так, я хочу на выход нажать, чтобы проверить пароль на всякий случай. А, пароль работает, не сомневайся. Ну, вот не работал у меня в одной версии. То есть я с той версии на эту перешел, это... Ты постоянно пароль неправильно написал. Наверное, сейчас. Так, наверное, пароль неправильно записал. Ну окей, сейчас проверю просто. 3-9-3-8. Уря! Все, отлично. Вот. Ну ладно, сейчас... И в той версии пароли, соответственно, такие же, потому что версия-то одна, просто переналоженные эти. Ну, значит, я пароль неправильно забыл. А, нет, это уже на начало уровня, чего удивляюсь. На начало мира, вот. Да-да-да. Я тогда возмущался. Он же тот пароль получил в середине первого мира. А, ну логично, да. Все сработало правильно. Ну ладно, тогда заканчиваю. И потом разберусь с этим битрейтом и так далее. Ну, разбирайся. Да. Стрим в 30 FPS, и проблем не будет. Ладно, ладно. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. Бывай.